Недавно стало известно о наличии лагерей в четырех точках поселка Чира провинции Хотан. Половина жителей поселка, составляющая 75 тысяч человек, находится в этих самых учреждениях. Туркестан Пресс, ссылаясь на статистические данные местного управления, от 2017 года сообщила, что население города составляло 1 миллион 500 тысяч человек. Однако по приказу Центрального управления большая часть населения была отправлена в лагеря, переселена в соседние города и отправлена в ссылку во внутренние провинции Китая. Общая площадь всех лагерей составляет 200 гектаров, из которых два лагеря расположены в 4 километрах от поселка Чира. Предполагается, что в каждом из лагерей содержится по 1600 человек. Жители Гонконга, разгневанные местным управлением, продолжают протесты против закона об экстрадиции. Протестующие поддержали народ Восточного Туркестана, оставив на стенах городского суда следующие надписи: «Китай обязательно ответит за содеянное против уйгуров и народа Восточного Туркестана». Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что в случае отмены санкций в отношении его страны, возможна новая страница в двусторонних отношениях со многими государствами, в том числе и с США. Как сообщила пресс-служба президента Ирана, Рухани провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым он обсудил соглашение о ядерном вооружении. Рухани заявил, что несмотря на выход США из соглашения и санкции, наложенные на его страну, Иран в целях сохранения соглашения о ядерном вооружении проявил стратегическое терпение в течение 14 месяцев. В конце разговора Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран аннулировал часть своих обязательств для сохранения данного соглашения. Во время вчерашнего собрания Совета безопасности ООН было отмечено, что число погибших во время обстрела лагеря беженцев, а также жертв военного столкновения правительства Ливии и сил генерала Хафтера достигло 1000 человек. ООН призвала стороны к перемирию и политическому диалогу. В свою очередь Совет безопасности осудил обстрел лагеря Таджура, в котором содержались беженцы. В Казахстане задержаны граждане, требующие сложения всех полномочий отметившего свой 79-летний юбилей Нурсултана Назарбаева. Приступивший к управлению страной в 1989 году, Назарбаев объявил об отставке в начале марта и передал управление Касым-Жомарту Токаеву. Во время последних выборов Токаев набрал более 70% голосов, но большая часть полномочий осталась за Нурсултаном Назарбаевым. Полиция разогнала протестующих и задержала несколько десятков граждан.